интересное блюдо и новое для марки Макдональдс и, собственно, на меня. Не знаю, продается ли в других странах, но в РФ точно и довольно-таки сытное, вкусное, с котлетами двумя из говядины и сыра, с салатом порезанным мелко и луком жареным. Он, правда, слегка рассыпается, но является не сухим, очень плотным, сытным и относительно недорогим. То есть 215 рублей за штуку, либо 2,84 в долларах. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Ждите новый обзор. Интересно.